Поддержим следующего участника. И следующий участник рвется в бассейн, друзья мои, встречайте! Буквально лето. Молодцы! И очередной, друзья мои, наш Вячеслав рвется в бой. И вновь! Вновь она, красавица! И... бассейн! Настоящий костюм мэра! Снят именно с него. Скорость разгоняется и. Давай! Молодец! Вновь очередные прыжки в бассейн с водой. И вот она, красавица, вновь рвется в бой на бассейне. Посмотрите, что сейчас будет, друзья мои, накал страсти! Мама. Вот горничный молодец. И прибралась мастерски, сделала хороший прыжок. Молодец, так держать, подруга, друзья. Смотрите, человек рвется в бой. Я не знаю, что это за костюм. То ли костюм смерти, то ли просто его халат. Вот новый шаг в его руках. И он делает отличнейший прыжок. Покорил бассейн. Дружище, мы тебя поздравляем. Все те, кто еще не совершил яркие прыжки на батут, время еще есть, полчаса порадовать себя, порадовать своих друзей. Ну а прямо сейчас очередной прыжок в бассейн и... спасательный круг, точно, бассейн, самый молодец. Залетела в бассейн, не пролетела мимо. Вся мокрая, вся довольная, вся счастливая. Не забывайте теплые пледы, все те, кто сейчас на лоб в бассейн, друзья, в бассейн. Диман, давай, Диман, ты, Диман. Да. Ну что, бассейн пускай. Я вообще не знаю, что это за костюм. Человек в черном. Хорошо. Рвет собой. И вновь она горничная, вновь рвется за главный приз. Очень хочет победить девушку, очень хочет впоследствии стать обладателем победы. Дарт Вейдер вперед! Это был сейчас шлёп, так шлёп в бассейне, дорогие друзья. Брызг полно, все мокрые, но все довольные, все счастливые. Спасательный круг. Все ради вас, красотки наши. Отличные подарки ожидают многих ребят. Напоминаю, что награждаем самые яркие костюмы, а время идет. Дед Мороз, подари нам подарок. Thank you.
Итак, друзья мои, 20 минут и начинаем завершать, подводить наши итоги. Красавец! И почти доехал. Спасательный круг, срочно! Спасайте ее! И вновь он! Великолепный разгон! Дедушка Мороз нынче всем раздает подарки. Рвется в бой. Он готов захватить галактику. Надо сначала покорить бассейн. Отличные прыжки. Что совсем скоро мы будем героем сегодняшнего дня. Это понятно, сейчас на голову рвется девушка. Давайте ждем. Ой, костюм шикарный, я хочу сказать. Итогов. Ну а пока есть время прокатиться, не теряйте этой возможности. Все! Бесплатных катаний в ленинских горках. Море брызг, море позитива. И очень хочется увидеть... Дело хотим наградить самых ярких костюмированных героев сегодняшнего праздника. И посмотрите, то ли Малина, то ли Микки Маус. Девочка красно рвется на бой и немножечко не доходит до бассейна. Ну, покупалась, молодец, так держать. Это... Отлично, как настрой? Все сухие? Да, говорят, единицы. Через 5 минут все потихонечку собираемся у сцены. Ну, а...
друзья, все те, кто меня слышит, снимайте.